Этот древний памятник Цабала расположен в эпицентре важнейших культурных и исторических памятников региона, на заповедной территории, в самом центре главной крепости Апсилов. Культовый памятник, крещальная купель, имел оценку выдающегося христианского памятника Абхазии и был уничтожен в одночасье. О таком археологическом варварстве местная администрация узнала на днях. По предварительным данным, черные копатели разрушали исторический памятник не один день. На его месте остались извлеченные на поверхность человеческие останки. Люди приходят часто и стихийно. Не контролируется все это. Но я думаю, это надо поставить на государственный уровень, чтобы здесь контролировалась эта ситуация. Кто-то именно как турист приходит, а кто-то, может, приходит, что-то ищет. Вот в чем беда. Уже подсчитано, что за 500 лет цабельдинцы захоронили здесь более 40 тысяч человек. Настоящие поля погребений, и каждая из них – это десятки разнообразных предметов – оружие, украшения, посуда. Черные копатели, скорее всего, были осведомлены о захоронении и тщательно готовились к этой операции, вооружившись специальными орудиями труда. Копали со стороны ног, об этом свидетельствуют кости, найденные на руинах. Грабители вели себя настолько кощунственно, что раскидали их по всему периметру. Вандализм. То, что касается вообще святынь, особенно православного, христианского такого происхождения, это очень чревато и опасно для жизни каждого человека, живущего в этой стране абхазской. Если мы надругались над крестом и надругались над могилой, это очень, очень печально. Очень печально и очень опасно для нравственного того бытия нашего сознания. Поисками черных копателей теперь займутся силовики. После получения ответа экспертов будет возбуждено уголовное дело. Нисфа Аршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.